Первый муниципальный приют для безнадзорных животных в Твери сдан, но пока не введен в эксплуатацию, так как в нашем регионе не утвержден порядок обращения с безнадзорными животными. На объекте побывали депутат Тверской городской думы, руководитель регионального управления Государственной инспекции по ветеринарии и представитель администрации Твери. Теперь горожан волнует вопрос открытия приюта. Для этого необходимо привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Особое внимание нужно уделить отлову и содержанию безнадзорных животных. То, что мы сегодня увидели, я думаю, в полное соответствие нынешнему нормативу. Единственное, мы еще определимся по механизмам, я имею в виду по стерилизации, меченью. И нужно посмотреть в дальнейшем, как это будет работать. Артем Строганов в общении с журналистами отметил, что, несмотря на вполне достойное качество, этот объект можно назвать самым бюджетным в России. На строительство муниципального приюта в больших перемерках депутатами было выделено более 3 миллионов рублей. На эти средства провели землеустроительные работы, построен фундамент, 29 вольеров, будки, забор, смонтированы боксы и установлены ворота с калиткой. Здесь созданы условия для животных и обслуживающего персонала. Учитывая те небольшие средства, которые потрачены были на постройку этого приюта, я думаю, что это очень даже здорово. В настоящее время важно разработать порядок функционирования объекта, после чего документы передадут депутатам областного парламента. Организаторы надеются на поддержку и скорейшее решение вопроса с вводом в эксплуатацию приюта. Мы понимаем, что на начало его работы с нетерпением ждет и тверская общественность, и люди, и животные. Чтобы решить проблему комплексно, необходимо прививать любовь к животным с самого юного возраста. Необходимо заниматься вопросами образования дополнительного для детишек, для наших граждан по обращению с животными. Что это также те существа, которые хотят мира, добра, и необходимо, соответственно, работать, начиная с детсадского уровня. Строительство таких приютов необходимо в районах Тверской области. За опытом в муниципальный приют приехали депутаты Конаковского районного собрания. Новый приют пока не заполнен питомцами. И гости передали подарки в уже функционирующий приют благотворительного фонда Love Animals, который располагается рядом. В настоящее время он уже переполнен и новых постояльцев не принимает. Новый муниципальный приют, скорее всего, начнет работу во второй половине нынешнего года.